«Что, где, когда», «Хамса», «Брейринг» и «Своя игра». В Дагестане завершился Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Каспийский бриз». Всего участвовали 16 команд из разных регионов России. Фестиваль посетил и многократный рекордсмен интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. В каждой игре определили победителя и призеров. Отмечу, что фестиваль стал традиционным для нашей республики. Его организаторы – Центр развития молодежных инициатив и Центр интеллектуального развития «Идальго» при поддержке Министерства по делам молодежи республики и исторического парка «Россия. Моя история».